понадобится бумага, вертикальная позиция бумаги или холста, vertical position. Да, вертикальная, vertical position. Check your vertical position. And again, the drawing is not critical. What is more critical? It's coloring, yes? Just the main idea. Да, или вопросик? Окей. Итак, у нас находится наше шимпанзе в правой части, да? То есть, если вот так поделить, то она где-то вот здесь вот. Горилла, вернее. Вот тут. Горилла находится вот здесь. И если мы разобьем гориллы на части, помните, мы на фигуры, да, forms, we have the oval, как яйцо, the egg. Груша. Или груша, да, или немножко на грушу похоже. Потом еще одна капелька, вторая капелька, посмотрите, раз капелька, груша. Два капелька. Ну и плечо, все, да, то есть тут раз фигура, два, три. Все, больше фигур нету. Итак, мы находим голову, вот, то есть подержите, где голова, где у нас находится голова, и мы рисуем примерно, еще раз, это не так критично, да, не так критично, мы рисуем с вами морду, вот это морда. Вот так? Да, умница, Вика, молодец, Заманова, вот так вот. Мы рисуем морду, я сейчас посильнее нажму. Лицо. У животных морда, да? Я хочу говорить лицо. Можно говорить лицо, то на самом деле это морда. Вот такой кружочек. Да, посмотрите, это вот эта часть. Если вы сделали, то есть это не обязательно должна быть правильная форма. Don't try to do perfect forms. It's not important, yes? All details we will do later, yes? Yes, exactly, Elena. Yes, very good. Yes. Because the most important is color, not the drawing. And when you're done, please show me. Давайте смотрим. А, я думала, Альдана решила показать мне. Да, Эмилия, очень хорошо, но не дави так сильно, потому что потом, если что-то, ну, тяжело, да, с холста, в принципе, стирать очень тяжело. Да, Инна, хорошо, отлично, да, Элин? Это, там есть линии, экстра линии, можно? Yes, what? you could have extra lines, it's okay, I have many lines, do you see? This is just form what we are trying to find. Yes, Ева, yeah, exactly, very good. Как идут дела у Сережи и Айлин? И мы перейдем дальше. То есть первый шаг нам хотя бы начать в правильной позиции морду сделать, да? А потом мы будем вырисовывать уже, пойдем по нарастающей. Ирина, я здесь немножко подправила, посмотри, это давай, нормально? Давай, посмотрим. Сереж, чуть-чуть посильнее для меня нажми, просто не ты молодец, что не давишь. Айн подальше, чуть-чуть подальше. Да, очень хорошо, Айн. Хорошо, можно крупнее, я бы сделала крупнее, но можно и так тоже. Это не критично для сегодняшнего урока. Сегодня будет критичен цвет. Так, да, очень хорошо, Альдана, супер, да, Альдана, отлично. Айлин, как у тебя идут дела? И мы переходим к шагу следующему, то есть я хочу подождать всех, и потом мы будем ускоряться. Айлин, молодец, умничка, очень хорошо, да, очень хорошо. Сереж, как у тебя идут дела? Сереж, постарайся чуть-чуть отступить от края, да, чуть-чуть отступить, потому что иначе у нас, смотри, с тобой не влезет плечо и сейчас щеки, то есть чуть-чуть отступить, почти посередине. Окей, я делаю, ну, как сказать, немножечко делаю как будто груша, да, и мы можем уже нарисовать здесь носик, как два сердечка. Одно большое сердечко, одно сердечко большое, а другое маленькое. Вот так вот, чих, сердечко. То есть одна капелька, посмотрите, одна капелька большая, а другая капелька маленькая. Но похоже на сердечко. Похоже на сердечко. И из центрального сердечка мы прочерчим линию наверх. Линию наверх — это то, куда пойдет у нас
переносится, да? Еще, ну, на маленькую. Да, покажи. Да, и маленькая. То есть большое сердечко, ну, большая часть сердечка и маленькая. То есть два сердечка таких. Ох! И из переносицы выходит линия, полосочка из центра, да, полосочка. Exactly, Эмилия, да, супер. Илиночка, смотрю, Илиночка ближе, Илин ближе. Да, постарайся, чтобы сердечко расходилось вправо сильнее, да, то есть такой сильнее, туда уходило. Да, Инна, хорошо. А Ин, левая можно чуть-чуть покрупнее. Ева тоже ноздри крупнее. То есть это будут ноздри. Если я сейчас нарисую здесь дырку, посмотрите. Вопрос. Да, давай вопрос. А тут не нужно делать. Это будет такая, это будет место для дырки. Вот тут вот нос, когда мы будем рисовать, вот это будет место для дырки. Да. Да, вот так, хорошо, Илина, хорошо. Ева крупнее ноздри. Евочка, прям крупнее, не бойся крупнее делать, и чтобы вправо раскат сильнее был, да, сильней. Очень хорошо, Илин, замечательно. Сереж, как у тебя идут дела? Угу. И переносит сюда, наверх выходит. А, отлично, о, Эмилия очень хорошо, да, Эмилия прям получается мордашка макаки, ну, гориллы. И мы идем в переносицу. Это нос у него переносится. И вот здесь, кто, если вы знаете, как рисуется бесконечность, знак бесконечности. Кто знает, как рисуется знак бесконечности? Я не знаю. Тоже правая часть больше, левая меньше. Правая часть больше. Левая меньше. Знак бесконечности. Это там, где будут проходить глаза. Линию рисовать. Мамочка, тебе тут нужно линию рисовать. Да. О, супер. Аина, вот посмотрите, видите, у нее знак бесконечности. Вот, вот так, да. Именно так. Отлично. Очень хорошо. Угу. Так, секундочку, смотрю. Вот у... так? У Илины. Да, Илин, хорошо, Илин, хорошо. Вот здесь более такая круглая, да, чуть-чуть такая, по, можно повыше. А, вот, вот так, так вот. Так? Супер, умничка моя зайка. Виктория Заманова, молодец. Вот тут можно повыше сделать. Ева, очень хорошо. Сереж, да, какой вопрос? У меня линии, которые я сейчас сильно видно. Нет, не переживай, вообще не переживай. Все линии, которые сильно видно, даже не переживайте, потому что живопись такой плотной краской будем рисовать, что там, ну, ничего видно не будет. Да, Элина? Ой, Эмилия, супер. Да. Нет, места наверху. Ну, it's okay, что нет места. Просто вот тут вот чуть-чуть вот эту часть по немножко закороти. Да, да, вот эту чуть обрежь. Чуть-чуть ее обрежь. То есть, чтобы не такая длинная была. Чуть-чуть обрежь. Смотрим, Сережа, ближе, Сережа. One second. Да. Сереж, очень хорошо. Мордашку, мордашку. Посмотри, можно, ну, как бы мордашка, когда будешь детали рисовать. Сейчас оставь, когда будешь детали рисовать. Она у тебя будет просто чуть меньше относительно того, что ты нарисовал. Остальное оставляй. Да, хорошо, Илина, Илина, оставляй, оставляй. Можно покороче, но можно и так оставить, да? Можно, если хочешь. Окей, мы сейчас сделали с вами основу. Теперь нам нужно сделать, посмотрите, морда, морда. Делаем детали. Видите, у меня было яичко, да? Сейчас мы делаем детальки морды, улыбочку, ну или не улыбку, детальки прорисовываем. Нос прорисовываем, нос вот так вот, скулы. Обратите внимание, нос вот так вот идет аж в глаз. Видите, в глаз уходит вот это вот такая, ну, если можно сказать, переносится. Она прям в глаз уходит. Посильнее надавить, чтобы лучше видно было? Спасибо, что сказала. Итак, я сильнее давлю, чтобы вы увидели лучший контур. Thank you.
То есть мы сейчас придаем детали. Помните, мы нарисовали форму, а теперь придаем детали. И, Сереж, вот у тебя как раз-таки морда будет чуть меньше. Вот таким образом губу можно. Так вот. Брови, посмотрите, брови сверху, вот брови рисую. Если у кого-то что-то не влазит, даже не переживайте, потому что, опять же, рисунок у нас не главное. Главное, чтобы просто было похоже на обезьяну, и мы это будем исполнять в цвете. Посмотрите, какую бровь я нарисовала сверху, да? Такая черченная, с бакенбардой. Дырочку прорисовываю сильнее. Сильнее прорисовываю внутри дырочку. Вот так пойдет брови. Умница, Вика, умница. Сегодня Вика старается, умница. Смотрим. А у Элин, да, hold on. Значит, вот здесь бровь чуть выходит за пределы. Посмотри, как бровная дуга, видишь, за пределы. Здесь вот, да, да, вот здесь, у этого глаза. А снизу сделай более округлой часть морды. Видишь, у меня край, который мы рисовали, он как бы дальше, да? Да, не старайся 100% совпасть. Постарайся чуть-чуть, вот чуть-чуть здесь скосить, да, более округлая форма. Вот тут вот, да? Чуть-чуть скосить, а здесь чуть выпуклая такая часть. Угу. Да. Глазки сейчас будут глазки. Сейчас все брови сделают, и мы будем рисовать глазки. Yes. Да, можно, кто хочет шимпанзе-девочка, можно шимпанзе-девочка. И посмотрите, из брови, вот я добавляю, происходит щека вот так вот. Из брови раз щека. То есть у нас есть скула и еще щека я добавила. Видите, дополнительно из брови щеку добавила. Вот эта щека. Угорила она достаточно сильно. И вот щека. То есть, Элин, у тебя бровь переходит в скулу и еще дополнительно щеку добавляю. Можно вот так сделать щечку? Да, умница, Виктория, щечка есть. Да. Да, Элин? Очень хорошо, очень хорошо. Секунду, смотрю. Прекрасно, да. Аин, чуть-чуть вот тут скоси, да, то есть чуть-чуть вот тут вот скоси, чтобы он скат был. Да, я этот, Элиночка, вот тут посмотри, видишь, идет бровь, она вылазит, видишь, вылазит. Вылазит, то есть не вот так обрезана, у тебя обрезана резко, а она как бы вылазит вот так вот. Очень хорошая шимпанзе получается у Евы, такой прям шимпанзе, такой настоящий, ух, агрессивный такой шимпанзе. Они такие сильные, даже немножко страшновато от того, какие они большие. Мы когда-то ходили, горили. Точно ходили. Лишние линии можно чуть-чуть постереть. Я помню, как я была в зоопарке с моей бабушкой, и моя бабушка испугалась, и горилла. Да. Так, секундочку. Альдана, хорошо, у тебя горилла чуть-чуть сюда смотрит, но это не вообще не... То есть она может в любую сторону смотреть. Мамочка, да. Элина, Элин, пока оставляй. То есть вот тут еще пока я бровь не вижу, но пока оставляй. А Элин поближе. Эмилия, хорошо. Эмилия, вот здесь можешь просто обрезать. У тебя немножко выходит губа вот здесь, видишь? Да, секундочку. Айлин, хорошо. Айлин, оставляй. Да, Элин, смотри, она у тебя вылазит. И потом смотри, есть расстояние, видишь, между глазом. И вот это есть расстояние. Вот тебе этого расстояния не хватает, оно, ну, нужно добавить обязательно. Аина, хорошо.
А, Эмилия, чуть-чуть вот здесь губу скоси, то чтобы она не сюда выходила, а чуть-чуть подрежь ее. Это для Эмилии. Окей, мы добавляем сейчас вот сюда голову. Посмотрите, голова идет также из брови и вот так наверх как бы уходит. Оп, простите, вот так, оп, из брови и наверх. То есть бровь и вот так вот скос туда. Да, вот теперь, Элин, сейчас будешь добавлять из брови скос наверх. И будет хорошо. То же самое здесь. Вот так вот. И здесь у нас ухо. У горилл нет ушей таких, как у людей. Они как просто как дырочки, да? Пол овала. Half of oval. Half of oval. Просто пол овала. Плечо. Плечо такое сильное, они обычно как обопрутся на плечо, вот так вот. Можно немножко вот так с показанием шерсти, да, вот так вот. Имитацией контура шерсти. Конечно, за плечом шею не видно, то есть мы плечо делаем. И оно здесь пропадает. Молодец. Мы делаем плечо. Давай посмотрим, Аина. Да, шимпанзе это такое, ну, должно быть похоже на шимпанзе. А ниже можешь, пожалуйста, немножко показать? Угу. Так, секундочку. Ева, массивнее плечо делай. Вот эта вот часть вот здесь округлая, да, округлая, чтобы толще плечо было. Даже вот так, смотри, давай я сейчас подправлю. Вот так вот массивней, да, вот так массивней, смотри, вот так. Чуть-чуть чуть потише. Массивней, такой массивный. Вот очень хорошее массивное плечо у Эмилии. А, так, Элина подальше, Элина подальше, и подальше, подальше. Да, сделай просто округлое, вот так по полукругам, Элин, да, вот так по полукругам, оно будет тогда массивнее смотреться. Аина хорошо, Аина очень хорошо, Алин ближе, хочу посмотреть ближе, сейчас Викторию посмотрим. А теперь подальше, Айлин подальше, еще подальше. Ага, Айлин, сделай сюда, чтобы было как бы закругление, вот тут немножко, знаешь, как будто закругление сюда, потому что у тебя там больше места, да, поэтому можно закруглить, не уходила наверх, а закругление. Ева, хорошо, да, Ев, до конца можешь плечо доводить, у тебя там не так много места, прям для тебя, конкретно для Евы. Так, да, хорошо, отлично, очень хорошо, Элина, хорошо, давайте смотрим. Ой, какая милая получилась у Альданы, она у тебя боком немножко смотрит, очень хорошо. Альдан, так как у тебя голова входит, да, посмотри, у шимпанзе это только для Альданы, потому что у Альданы голова входит. Посмотри, сейчас секундочку, у тебя, когда будет, ты будешь рисовать, ну, голову. Вот, смотри, у тебя шимпанзе, да, вот так вот. Ты когда будешь рисовать голову, посмотри, у тебя, Альдан, идет, ну, бровь, а потом идет... Ну, как бы, чуть-чуть раз, и как будто голова меньше, да, меньше, и вот так вот. То есть она как будто уменьшается, голова. Это так у шимпанзе. У тебя просто голова... What, what? Окей. Сережа, да, поближе, 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 поближе. Оп, выключился какая-то камера. Так, Сереж, look at here, you have the contour of the face, yes, the contour of the face, very close to the eye, do you see? Just correct your contour of the face more close to the eye, okay? The mouth, the eye, eyebrow, and the head. Окей, мы перешли к главному этапу, то есть, Сереж, ты подправляй, я тебе помогу, не переживай, то есть, рядом линию рисуй. Сейчас нам нужно с вами нарисовать глаза, да, глаза. Глаза будут, ну, вы можете положить карандашик или что-то. Сереж, поближе, поближе. Подальше, подальше, подальше.
Да, Сереж, тебе нужно, ну, нужно прям близко, то есть у тебя вот здесь нарисована морда, а тебе надо близко, ближе, ближе, еще прям вот касается, посмотри, скула касается лица, глаза, нос огибает и близко мордочка, прям поближе туда, поближе, то еще одну линию нарисую, но ближе, да? Окей, please put something. Make sure that eyes will be on the same line. Окей? Сереж, переходи к глазам с нами, и я тебе форму покажу, где, как сделать ряд. Окей, we have eyes. It's not too big size. One and the same size for the second. So it's just как овальчики, да, как овальчики или как капельки. Размер средний, medium size. Да, Виктория, какой вопрос? А можно вот эту штуку, кто делает картину, убрать? Какую? Вот эту. Да, можно. Куда поставить? Итак, я сделала два глазика. Убедитесь, что они на одной, ну, на одной линии. Один глаз примерно такого же размера, как второй. Но посмотрите, вот этот глаз немножко запереносится, да? Если вдруг кажется, что глазки, ну, как-то не так разные, то покажите мне, я вам помогу. If you feel that looks not right, очень хорошо, значит, для Элины, Элин, отлично глаз, и второй глаз тоже хорошо расположен. Тебе нужно теперь вот из этого бесконечности переносицу сюда нарисовать. Вот эту посмотри. Раз, вот так, да? Раз. И сюда тоже точно так же переносицу. Смотри, вот так. Раз. Чтобы у тебя был промежуток, да? Ноу-ноу, Ева, правый глаз хорошо, а левый гораздо, ну, расстояние от них должно быть. Между глазами будет два глаза, смотрите, между глазиками влезет еще два глаза. О, Эмилия, отлично, Эмилия очень хорошо, да, прям в точку. Угу. В точку. Да, Элин, вот эту линию, да, вот эту, сделай повыше, то есть посмотри, видишь, где у меня проходит, как, точно так же, как у тебя бесконечность знак, видишь, где проходит? А нос прямо выше идет, видишь, как будто раз и выше идет, хопа и выше, видишь? Вот тебе вот это надо добавить. Да, Сережа, хорошо, Сереж, добавляй из переносицы вот сюда вот, в бровь, да, то есть нос, хопа и в бровь уходит. Вот, да, вот так. А теперь глазик доводи до конца. То есть у тебя есть переносица. Да. Ирина, мне что-то не нравится. Давай посмотрим. Давай. Если чувствуете, что что-то не то. Да, потом ближе, Аин, ближе. Аин, ближе. More close, Аин, more close to me. Yes, exactly. I see. Look at here, Aine. Look at here. I will show. Right eye is perfect. Look at here. You have this line. Follow me. You have this line. Do you see? And then look at here. Look. It's going cheek upper. You need to continue it to the eyebrow. And when you will continue it to eyebrow, your eyes will be a little bit, you will move it to the left. Little bit. Do you see? This eye, you will move a little bit to the left and will be perfect. Will be perfect. Okay, please show me if you have question, if something not right with eyes. Да, Элин? It's most hard part, and it's hardest part in the... Всё хорошо. Да, очень. О, Эмиль, у тебя очень хорошо. Очень хорошие пропорции, ничего не меняет. Какое хорошее шампунь. У Альданы отлично. Ничего Альдана не меняет. Очень хороший тоже. Давай, Элина, посмотрим. Мне чуть-чуть там fingerprint есть, потому что... Сейчас, Аиночка, секундочку. Мы закрасим это? Да, не переживай. Мы это все закрасим. Очень плотно будем делать. Во, видишь, Аин, да? Аин сейчас как хорошо. И обрати внимание, чтобы щека... Я сейчас не вижу. Бровь, вот смотри, бровь. Бровь вот здесь вот переходила раз в щеку. Вот тут вот бровь переходила в щеку.
Так, Айлин, смотрим ближе, Айлин, ближе, 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 Айлин, ближе, more close to me, ага. Здесь хорошо, здесь хорошо. Так, здесь хорошо. Айлин, я тебя попрошу вот эту линию посильнее нарисовать, вот эту вот. Вижу, Камила подключилась. It's okay, yes, Camilla can join us if she is late, it's okay. But what need you to draw, Camille? You need to ask your mom to help to draw the gorilla. Сережа, ближе ко мне. Ближе, ближе, ближе. Секундочку, давайте посмотрим у Сережи. Сереж, у тебя все очень-очень хорошо. Тебе нужно, посмотри, давай я тебе сейчас подскажу, секундочку. Hold on, покажи мне, Сереж, свою работу. Hold on, покажи свою работу. Да, смотри, вот у тебя два глазика. Два глазика, переносится, рот. Да, вот так вот и вот так. Итак, вот у тебя шимпанзе, да? Я сейчас вижу, что шимпанзе выглядит вот так вот. Вот так, видишь? А я хочу увидеть у тебя, я хочу увидеть. Просто, может, ты сильно не нажимаешь? Я хочу, Сереж, у тебя вот этот контур увидеть, смотри. Вот этот, видишь? У тебя вот эту линию я вижу, а вот эту я не вижу. То есть он ближе, видишь, у тебя вот так идет линия. Тебе нужно ближе, видишь? И вот так она будет сюда переходить. Вот так вот, видишь, Сереж? То есть у тебя линия вот так далеко идет, а я прошу ее вот близко сделать. Может быть, просто она у тебя есть, но ты сильно не давишь, и что хорошо. Просто для меня надави, что я была уверена, что ты не раскрасишь до сюда, а вот, вот только эту часть. Так, кто готов, покажите. Мне у кого дан, покажите. Ирина, это Айлин, я... Что мне подправить в своей работе опять? Сейчас посмотрим. Значит, Эмилия ничего не подправляет хорошо. Ирин, чуть сильнее сделай вот этот глаз, я его не вижу. Чуть для меня посильнее нажми, хочу его увидеть. Айлин, покажи, да. Эмилия ничего не меняет. Айлин, хорошо, очень добрый взгляд. Вот эту линию просто, вот эту вот линию, я ее не вижу, да, вот эту линию. Посильнее для меня нажми. Так, Элин, посмотри, у тебя глаз до сих пор упирается в линию бесконечности, а он должен упереться вот в эту, то есть он продолжит его до конца брови, понимаешь? То есть смотри, линия бесконечности, вот я сейчас ее уберу, ее нету. Вот смотри, ее нету, видишь? А ты рисуешь глазик, и он обрезается сверху линией бесконечности, а он не должен обрезаться линией, он должен обрезаться переносицей, видишь? Или не очень поняла? So-so? Okay, I will show. Look at here. You have this, and you are drawing the eye here. Oh, sorry, it's too... You are drawing eye here. But you have the nose upper. I want to... Like this. Until the nose line. Do you see? Until the until the nose line. Not where we have line for building. Как бы ни по линии посмотрим. Окей, последний шаг, ребят. Последний шаг. Это глазницы. Это последний шаг, который у нас есть. И глаза у них выглядят как у человека. Посмотрите. Шарик, который сильно не влазит. Да, Евочка, еще раз покажи. Я не успела. Еще раз, еще раз. Ев, правый глаз хорошо, левый глаз сдвигай левее. Сдвигай левее. То есть он не так близко. Между... Ев, проверь себя, смотри. Ев, Евочка, между двумя глазами еще два глаза влезет. У тебя влезет или нет? У тебя не влезет. То есть один глаз, еще два влезет между ними. Эмилия, хорошо, очень хорошо. Да, хорошо, Элина. Элина, оставляй. И зрачок. Черный зрачок. Как у человека. То же самое здесь. Смотрит
и черный зрачок. Ева, еще левей, еще сдвигай. Или, Ев, или правый глаз поправь. Правый тогда чуть-чуть вправо, да? Чуть-чуть вправо. Так, Эмилия, отлично. Элина, прекрасно, очень хорошо. Сережа, ближе. Сережа, ближе. Сереж, глаз, смотри, займет полностью половину, видишь? То есть он полностью, вот эта капелька, он пол капельки занял, всю капельку. То есть справа нет пространства, нет пространства. То есть когда ты рисуешь глаз, пространства нет. Вот, Ева, уже хорошо, Ев, теперь глаз рисуй. Рисуй глаз. Рисуй глаз. Еще достаточно близко, но пока оставляй. Оставляй, я вижу близко, но оставляй. Окей, пусть и глаз вырисовывай. Потому что есть гориллы, а есть шимпанзе, да, вот у тебя прям шимпанзе. Так, Сереж, замри, hold on. Hold on. Виктория, у тебя глаза, мы глаза рисуем. Шарик и внутри шарик. Ой, как красиво. Аина хорошо, да. Аина очень хорошо. Аин, вот этот черный зрачок можешь покрупнее сделать, потому что у шимпанзе, они как у людей, они просто крупнее, эти зрачки. Так, ближе, ближе, Аин. Айлин, оставляй. Айлин, хорошо. Вот так? Да, умничка. Айлин, если ты хочешь поправить... Да, Айлин, оставляй. Значит, посмотрите. Hey, class, look at here. This is the eye. And look at here. Do you see? This is black side. You can check your eye, guys. Айлин, у тебя вот эта белая часть, да, она у тебя вот, ну, как бы не одинакового размера. То есть, если ты замечаешь, что что-то не то, то она просто не одинакового размера. У тебя узко, широко, вот, если ты сделаешь одинаково, будет как глаз. Сережа, хорошо, взгляд хороший, отлично. Давайте смотрим Айльдана. Камил, я знаю, что тебе сложнее всех, но надо, чтобы мама помогла, потому что, ну, как бы вопрос в скорости, да? Окей, мы дан. Давайте посмотрим у всех, как получилось рисунки. Please show me how it's looking. Final time. Значит, Элина very good. Элина is good. Last time, please show me. I just want to be sure that we are done and we will go to the coloring. Сережа, ближе, more close to me, more close. Yes, very good, very good. Сереж, я тебя попрошу нажать очень-очень сильно на вот эту линию, вот эта, которая крайняя линия морды. Я хочу ее увидеть. Сильно для меня нажми, чтобы я была уверена, что я не ошиблась, что контур там, где надо. Окей. Виктория Заманова. Ой, ты моя умник, боже мой. Виктория, хорошо. Эмилия, очень хорошо. Айлин, ближе. Айлин, ближе. Ближе, 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 ближе. Айлин, хорошо, отлично. Сереж, подальше. Так. Сережа, хорошо, Сереж. Единственное, голову чуть-чуть поменьше, то есть вот сюда. Чуть-чуть голову, да, то есть не так высоко, а чуть-чуть сюда скоси. Хорошо, чтобы поменьше была. Смотрим у Альданы, Евы. Аины, и переходим в краску. Я пока накладываю краску. Кто готов, тоже, пожалуйста, подготовьте краску. Вики тоже краску. Вика идет водички нам наберет. Ева, ай, какая серьезная. Какая серьезная шимпанзе. Ева, хорошо, Ева. Да. Да, смотрим Альдана. Ой, какая Альдана. Добрая, я вообще не могу. Вы отлично, да. Добрая, добрая. Да, это синий такой. Да, это от синего осталось. Отлично, смотрим Аина. Я пока накладываю краску. То есть у нас ровно один час для того, чтобы сделать живопись. И мы это будем делать быстро. Не потому, что нам нужно, мы торопимся или что-то, а потому, что мы будем рисовать в определенном стиле. We will use a specific style for drawing. And we will draw fast. Because it's style very... Like freedom style, как, такой свободный, как свобода, стиль свободы.
Камила, знаю, тебе нужно просто нагнать, но это нужно, чтобы мамочка помогла, или просто постарайся повторить за мной. Но рисунок сегодня не главное, Камил. Самое главное, это у нас сегодня живопись, поэтому не переживай, рисунок может быть любой, просто, ну, чтобы примерно было похоже на представителя обезьяновых. Спасибо. Давай твою палитру. Итак, у нас 5 базовых цветов. Кто готов, скажите, что готов. Дайте мне знать. Я готова. Так, Айлин готова, отлично. Кто-то еще готов? Я готова, но я хочу сказать, что у меня 6 цветов, потому что у меня новый такой красный. А, окей, it's okay, да, ничего страшного. У тебя такой есть красивый такой перламутровый цвет, тоже можно будет использовать, просто без смешивания, как сам цвет. Угу. Сережа, камера пропала. Сережа! У Сережи пропала камера. У Сережи пропала камера. Да, отлично. Альдан, можно больше, больше. В общем, мы будем рисовать плотной краской, поэтому надо больше, много краски. We will use many, many colors. It will, we will draw... we will draw with very... Like sour cream. Like consistency will be like sour cream. Это вот, как консистенция будет, как сметана. Okay, are you ready? Who is ready to show me the biggest brush what you have? The biggest brush! Дайли? Виктория. Виктория готова, Заванова, вижу. Кто еще готов? Так, вижу, Ева готова, Аина готова. Biggest brush what you have. Которая плотная, не такая, Алин, размахрящаяся, а такая плоская. Эмилия готова, отлично. Да. Камил, ты продолжай, не переживай, просто потом включишься, окей? Ты пока продолжай рисунок. Элина, хорошо, да? Альдана, Сережа, Айлин, если есть больше, то хорошо, если нет, это окей. Угу. Окей, let's remember our main rule, wash and dry. Wash and dry. Wash and dry. Do you remember? Итак, мы сейчас будем, ну давайте возьмем какой-нибудь красивенький цвет. А возьмем мы с вами неожиданный цвет. Так, да, Камил, покажи, когда сделаешь, покажи мне рисунок, хорошо, чтобы я тебе что-то подсказал. When you are done, show me, Camille, okay? Before we will start to color it, okay? I will help you with advice or something like that. Okay. We will start today with black. I know it's very unusual, but today we'll start with black. I'm taking black. 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 And I, very careful, very careful. I need to add the contour. Very careful. And don't hide the animal. Left little bit space for the animal. И вот так вот быстренько посмотрите. Вот так вот быстро я плотненько. То есть сначала контур. Contour is the first. Contour is the first. And then. Да, если кому-то кажется, что картина обрезана, секундочку, картина не обрезана. Картина обрезана. Вот так, лучше видно. Окей. И черный мы не доводим до конца. Вот такими движениями. Маленькая кисточка. Большая, мы используем большую кисть. Не краска не жидкая. И в конце, посмотрите, как у меня, какие сухие линии в конце. Пожалуйста, имитируйте что-то подобное. В конце сухие линии.
dry lines on the end. Try to imitate something like that. Then inside of ear, like... да, вот так говорит. Сухой какой-то. Контур. Переносится. Очень аккуратно будьте. Сейчас я уберу. Very careful will be. We are drawing the contour. Try to repeat after me how I use the lines. Please make sure that you are drawing black just in areas where I have black. Пожалуйста, будьте уверены, что вы рисуете черный только там, где я делаю черный. Не покрывайте все черным. Don't cover everything with black. No, no, no. Try to repeat after me. Here black. Here line black. Here, here. It's it. Nothing else. Обратите внимание, фон черный не весь, а только там, где я вам показала. А тут смотрите, как я остро делаю. Видите? Шик-шик-шик-шик-шик. Я опять зашла на малышку. Ничего страшного. Кто сделал, пожалуйста, покажите. То есть делаем как будто бы карандашиком. Вот тут вот можно контур. Чик-чик-чик-чик. У меня черный закончился. Хватит, давайте еще раз проверим. Who is done, please show me. И, конечно, черный в носопырке. Я совсем, ребят, забыла. В носопырке-то тоже черный будет. Я черный испачкался. Иди помой, Зайка. Мне потом. В носопырке тоже черный я добавила, посмотрите. Я не раскрашиваю все носопырки, а только раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Несколько линий. Не старайтесь вырисовывать все, да? Don't try to draw perfect lines. Try to put lines by form. For example, vertical, horizont, vertical. Horizont. Horizont lines. Diagonal lines. Давайте посмотрим. Двойные там, потому что я подумала, там надо было положить. А, it's okay, ничего, не волнуйся, как бы, просто здесь сделай еще одну линию, ничего страшного. Мы потом, когда будем делать... О, молодец, Ева. Сейчас, секундочку, Яечка. Элин, не переживай, ты просто здесь сделай эту линию, а там мы, когда будем цвет накладывать, ты поверх наложишь, ну, это преимущество акрила. Может, может, белый? Нет, нет, ни в коем случае, нет. Надо подождать, когда он высохнет, и потом ты цвет положишь, и все, и как бы... Представь, что ты на черном холсте рисуешь, вот так же. Да, очень хорошо, Аина, хорошо, прямо, Аин, можешь ниже сюда, так, немножечко сюда, чик-чик-чик-чик-чик, да, вот сюда вот, добить. Да, Евочка, покажешь еще раз? Не успела. Ева! Ага, отлично, да, супер, да, Ев, прям контур руки вот этой, ну, и ушко еще. Так, сейчас, секундочку, да, можешь для Элин, можешь прям вот так контур вот так нарисовать, вот так контур, чтобы было видно, что рука отдельно. Я слишком много положила сюда. Ничего страшного, пусть подсохнет, ничего страшного.
Ты можешь тряпочкой подсушить, потому что мы сейчас будем накладывать оранжевый, чтобы у тебя, ну, оно сухое было. Так? Да. Весь фон? Ну, мы не весь, видишь, мы здесь оставили. Ну, спой здесь, ничего страшного. Окей, who is done, please show me. Итак, Элина готова, Ева готова, Аина тоже хорошо. Я посмотрела, я хочу остальных посмотреть, потому что черный сложный. Ой, как красиво у Камилы. Камила, очень хорошо, да. Так, смотрим Сережа. Сейчас Сережа отлично, да. Сереж тоже может до конца вот эту часть руки до конца сделать, да, чтобы появилась рука. Ева хорошо, Ева отлично, замечательно, очень хорошо. Давайте я хочу Эмилия посмотреть и Альдана, и Айлин. Камил, ниже не спускайся, ниже будет оранжевый. Оранж будет, да. Отлично, очень хорошо, да-да-да, Эмилия хорошо, Эмилия отлично. Угу. Да. Hey class, look at here. Let's do one small line. This the contour of the mouth. Okay, do the contour of the mouth, please. Да, Викуль, тебе надо. Do the contour of the mouth and change the water. It's very critical. Wash your brush and change the water. Мамочка, что потом будет рисовать? Нет, ты можешь просто подожди, когда высохнет. И давай я тебе водичку поменяем. Да, супер, отлично. Угу. Итак, я поменяла водичку. I changed the water. My water very clean. My brush is clean too. Very clean. It's very critical because then we will draw with perfect color, bright color. We have a lot of orange and then yellow here. So I need to create a lot of orange and it should be perfect clean brush. If you will not clean it, and if your water will not be cleaned, then you will not get the work what we expected. Можете, пожалуйста, подождать? Да, конечно, подождем. Спасибо, что сказала. Пожалуйста, диван все это помой. Аккуратно, ничего не трогай. Мама, ничего. Хорошо, иди помой. Должна быть очень чистая кисть, то есть никаких следов, потому что нам нужен, смотрите, он аж огненный, да, он аж светится этот цвет. Конечно, для такого огненного светящегося света нам нужен идеально оранжевый, чтобы ни капли примеси черного там не было. For so bright color, we need perfect orange. Perfect orange, without any piece of black. Окей, кто помнит, как сделать оранжевый? Всё. Давайте Ева еще не отвечала. Элина уже отвечала сегодня. Красный и желтый. Отлично, да, вот и делаем. Можно отдохнуть. Да, ты можешь передохнуть, ты маленькая, ты 5 лет, отдохни, иди конфетку съешь. А может, а потом это? Можно. После урока. Угу. Итак. Я беру желтый, достаточное количество. Сразу хочу сказать, что желтый берите прям густо, потому что мы сейчас будем накладывать очень густо. Wash and dry, это как обычно, да, wash and dry. Я беру красного, ну не сильно много, чтобы оранжевый был такой не сильно красный. Вот у нас оранжевый, смотрите, вот оранж у нас, да, появился. И мы этим оранжевым вот так вот чух-чух-чух.
Посмотрите, как плотно я накладываю цвет, насколько он плотный. Look, so it's very, very strong color. What covers the canvas. If you have black what didn't dry, don't touch it, please, because we don't want to mix black with orange. Black is black, orange, orange. We don't want to get gray. If black didn't dry, please don't touch this area. Add water if it's too dry. My black is done, so I can cover it. Посмотрите, это у нас оранжевый. Мучка какая-то. И мы делаем это достаточно быстро. We are doing it very fast. Don't think a lot when you're doing it. Да, Камил, хорошо. И для снизу мы делаем, ну, может, чуть светлее оранжевый, можете добавить чуть светлее оранжевый. Little bit lighter orange. And then yellow. And then yellow. I need more yellow. You can see, you should to have a lot of color. A lot. Потому что это должен быть плотный такой цвет. Посмотрите, вот так вот, прям вот плотный-плотный. Холст любит плотный цвет. Как будто вы пластилин лепите. Он не должен быть, ну, таким прозрачным, да? Никакого прозрачного цвета не должно быть. Можно вот так линии накладывать хаотично? А мама нарисовала две конфетки. Хорошо, все, беги, не мешай. И потом мы накладываем линия. Линия, посмотрите. Hey class, look at me. When I edit the main tone, I am doing lines. Look at here. Line. 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 We are drawing with line. Line. We're not coloring like fancy, yes? Line. 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 Это называется мазок. Я не знаю, как по-английски. Мазок. 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 То есть раз, раз, раз. Я хочу видеть мазки от вас. Мазки, мазок, посмотрите, раз мазок, раз мазок, раз мазок кинула, два мазок кинула, раз мазок, раз, то есть должны быть как линии, да, мазки, а не плотненько так как будто, то есть когда мы загрунтовали, конечно, можете как заборчик загрунтовать, но потом мы делаем мазок, шик-шик, мазок, все мазочками, мазочками, потому что хочется увидеть от вас смелый, сильный мазок. Живопись требует мазками, да, рисования. Альдан, выше, выше, выше. Ага, отлично, очень хорошо. Прекрасный переход, прям аж горящий такой, горит аж прям, супер. Так. Да, Серёж? У меня чёрный высох, но всё равно серый получается чуть-чуть. Значит, помой, помой кисточку и не дотрагивайся до черного, окей? Не, то есть ты снизу рисуй, а к черному не приближайся.
И много воды не добавляй. То есть, когда воду... О, отлично, да, очень хорошо. Ева, прекрасно. Отличные, хорошие мазки, да. Аин, старайся, чтобы... Аин, посмотри, ты когда мазочки делаешь, старайся, чтобы желтый иногда входил в оранжевый. То есть, у тебя вот так ровненько красный идет, потом ровненько желтый, да. То есть, у тебя несколько красных мазков ниже могут заходить, а несколько желтых мазков выше, чтобы один цвет немножко как бы в другой входил, да? А чуть-чуть не видно так. Что не видно? Чуть-чуть blurry, так. А вот сейчас лучше стало. Лучше? Ага. Окей, who is ready for the next step? Show me. Не знаю, у меня еще корни не подсох, так что я пока не делаю. Окей, да, у кого не подсох, то надо подождать. Так, Альдана, Ирина, Ева готова. У меня там... у меня там черный видно. Да, поэтому тебе нужно будет, когда подсохнет, второй слой наложить. Хорошо. Вот, мазочки, очень хорошо, да, Эмилия, да, отлично, мазки видно, супер. Угу. Да, хорошо у Камилы. Итак, мы сейчас делаем все то же самое, but... Hey class, you need to repeat after me exactly like I do. If you will not repeat after me, it will look very strange. But you need to find all areas exactly like I do. Что такое? Тебя Боня укусил? Иди сюда. Ч-ч-ч. Ну зачем ты лезла к ним? Покажи. Ну, будешь знать, да. Иди к дедушке, покажи дедушке. Пусть дедушка обработает тебе спиртом, чтобы не воспалил. И быстрее воспухнет рука, иди быстрее. I'm sorry. Okay, right now we need to add orange in more areas. I think you got an idea, so it should be clean color, bright color. And we are adding it with lines. Yes, we not color like fancy. So... I'm adding like more close to red. Let's take red. Red. Red number one. Red. I'm adding lines for the red. Try repeat after me how I add the lines. Look at here. Yeah? Посмотрите, как я заворачиваю переносица красная. Край. Lines here, red lines here. Red lines here. Look at here how I'm putting lines. Yes. Try to repeat the same idea. Очень, Камил, хорошо, да, очень хорошо. Также повторяешь за мной, умничка. Сухенько здесь положили. Как-то так. Поэтому это красный был. С красным мы остановимся. It was red. We are done with red. Да, Сереж? Подождите меня, пожалуйста. Я еще на
оранжевом. Окей, давай я подожду. Угу. Кто сделал красный, обязательно покажите. То есть мы добавляем в разные части, будем сейчас цвета накидывать. Да, Евочка, хорошо. Ев, вот где здесь ты добавила, видишь, цвет высох как будто бы. Вот здесь, то красный прям добавь. И по контуру, посмотри, контур, контур, переносится контур. Прям красный, поярче, а то он у тебя такой розовый получился. А нам нужно самую большую кисточку, которая у нас есть. Вы можете взять поменьше, можно поменьше взять. Если большая, ну, не получается, да, то можно поменьше. Вот тут еще красный. В ушке красный, я забыл. И мордочка. Так, смотрим. Угу, Эмилия, хорошо, да. Эмилия, старайся, чтобы цвет не просвечивал, да, то есть он плотный был. То есть старайся, чтобы не просвечивал, а такой был, был достаточно плотный. И мордашку, вот тут мордашку. Мордашку прям, смотрите, видите, от черного прям затонировали. Так, смотрим, сейчас, секундочку, Элин ближе. Да, здесь хорошо, здесь хорошо. Да, Элин, ты можешь прям вот эту линию, посмотри, вот сюда в нос и вот так вниже, вот сюда ниже вывести, да, чтобы было видно. То есть, чтобы переносицу было видно. Переносицу было видно. Край щеки вот этой, не щеки, а скулы было видно. Да, вот хорошо у Камилы, и скулу переносится видно. Так, давайте смотрим Айлин. А, вот, хорошо, да. Айлин, можешь на морду добавлять, я чуть попозже добавила, прямо от черного сюда, и шикарно. Угу. Очень я хорошо. Не могу... Что, Элин? Что, Элиночка? Там еще черный. Черный. А, плохо тебя очень слышно. Или погромче, или напечатай. Не слышу. Знаешь, прерывается у тебя, когда ты говоришь, прерывается почему-то. Можешь напечатать мне? Так. Камила, очень хорошо, да. Как идут дела Аина, Альдана, Сережа, Ева? Очень хорошо, да, прекрасно, Аина, хорошо. Альдана, секунду, смотрю. Здесь, да, отлично, Альдана, хорошо, замечательно. Угу. Окей, нам нужно переходить к следующему цвету, ребят. Следующий цвет у нас будет, ну, давайте желтый, да? Давайте желтый. Yellow. Значит, желтый у нас будет, посмотрите, бровки. Ноздри. Добавьте в желтый белый для того, чтобы плотный был цвет, потому что когда он просто желтый, он просвечивает. Добавьте белый. Please add white in yellow, because if it's just yellow, it's the pencil possible to see. My black is still drying. Design the eye so I... Ah, okay, okay, I got it. Yes, Aline, okay, you can go to the next area. You can skip. Значит, носик.
тут полосочки. Тут немножко желтенький я добавляю, но так, чтобы переносицу видно было. And hey class, please do the lines. Don't cover everything. We are doing the lines. We don't cover full area. We are drawing the lines, yes, and we have spaces for white. We have white spaces still. We don't cover 100% everything. Вот у меня здесь желтый не перекрывает цвет, я поэтому добавляю белый в желтый. Добавите белый, и все получится. Он все перекроет. Край ушка белый. Край ушка. Ну, тут можно. Вот мы и желтый надобавляли. It was yellow. And then will be orange. So we are adding in different... And you can see it's lines, guys. Lines. Lines. Because we are saving dynamic style. Yeah. Вот у Камилы хорошо. Прям раз, линии, линии, вот так. And orange. Orange. More close to yellow, like light orange. I add orange where I have white space. I have white space, I add an orange. Here a little bit. Here a little bit. Here a little bit. Here a little bit. Little bit here for the contour. Here orange line. Here orange line. I have space here a little bit. And don't try to repeat 100% like I have. Just main idea. Should be main idea where orange lives. Inside of nose. And orange here. I think we are done with orange, and we are ready to add other colors like blue and green, but I will wait you, don't worry. You can add white for the nose. I recommend you to add white for the nose. Thank you.
white or white with yellow for the nose? Who is done? Please show me. We are ready for the blue. Oh, for the green, no matter. Ирина, посмотрите. О, очень хорошо, очень, очень хорошо, Ева. Ничего не трогай, оставляй, очень хорошо. Угу. Так, давайте, Камила, чуть посуше, да, чтобы не текло. Мы сейчас будем добавлять синий и зеленый. Так. Сейчас, секундочку. Да, Элин, у тебя немножко щека пропала. Мы когда будем зеленый добавлять, тебе нужно будет ее сюда добавить, окей? Так. Аина, все хорошо. Вот тут немножко, вот здесь вот, да, немножечко грязь пошла. Видишь, чувствуешь? Поэтому ждешь, когда высохнет. Когда высохнет. И когда высохнет, просто желтый или оранжевый добавляешь. Но только когда высохнет. Сейчас нельзя. Как дела идут у Альданы и у Аины? Итак, мы сейчас давайте сделаем глазки. Берем маленькую кисточку. We are taking very small brush, very small. We need to draw the eyes. First, I want to draw the blue eyes. I'm taking blue. And look at here. I do the blue. Circle. With small brush. I hope you remember. We are using end of brush only, and we are doing it very careful. Eye blue. I forgot inside is black. But if you are using black, make sure then your brush is clean when you use the next color. Inside is black. And the contour of eye is black too. The contour is black too. If you're worried that contour will be not perfect, please use the Sharpie. And I need to add perfect thin lines. Perfect thin lines here, here, here. If you feel that your area didn't dry, please wait. If your area didn't dry, you need to add before you will add black lines. It's very important. If it didn't dry, please wait. And I need to add brown. I'm using black and red. Black and red. Or black and orange. For brown around eyes. And I'm using lines again. Lines, lines, lines. Немножко на очки похоже, видите, вот так. Это коричневый. Чтобы сделать быстро коричневый, вы оранжевый с черным смешиваете. И будет коричневый. И такие линии, линии вокруг глазок. Линии, линии, аккуратненькие линии. Линии. Вокруг носика линии коричневые. Вокруг носика. Вокруг носика. Кто носик потерял, может сделать линии. Шерстинки вот тут вот сделаем, шерстинки, линии. Да, девочка, как идут дела?
Очень хорошо, отлично, очень хорошо, да. Ев, обрати внимание, что мы вот здесь уже все затонировали, да, то есть там или оранжевый, или красный добавь, ты можешь сделать контур вот здесь вот, да, контур, ну, как бы переносится вот этой. Вот, но там уже мы все практически закрасили. Итак, обратите внимание, глаз внутри белый. Внутри белый, край синий. Вокруг черная. И вот такие полосочки мы делаем, посмотрите, потому что все-таки, да, у обезьяны пушистая шерсть. Снизу тоже можно коричневый добавить, вот тут вот. Контур для ротика коричневый. Краешек вот тут коричневый, да? Деталик придаем. Стараемся контур аккуратно рисовать. Здесь уже мы так не торопимся, то есть здесь надо быть аккуратненьким. Да, так поаккуратничать. Чуть-чуть поаккуратничать надо. На ушки тоже полосочки можно. Вот тут полосочки. Кто глазки все, покажите. У нас остался только зеленый. И у нас осталось 10 минут как раз таки. Мы добавим только зеленый. Аина, замри. Стоп. Hold on. Здесь хорошо. Здесь хорошо. Аин, я тебя попрошу коричневым. Вот тут чуть-чуть отделить бровь. Посмотри, вот тут вот отделить бровь. От лба. Вот так вот. Ладно? Бровь от лба. Ага, вот так. Супер, да. Отлично, Аин. Угу. Хорошо. Так, что ж, кто все, пожалуйста, обязательно поменяйте воду. И это потому, что мы будем сейчас зеленый и голубой делать. Воду поменяйте обязательно, кисточку помойте. И у нас остался последний шаг, добавить вот где белое осталось, зеленый и голубой. Мне, вот у меня сейчас, я не знаю, как это, но оно вот так выглядит. Очень хорошо, ну вообще, отлично, отлично. А как насчет рта? Он выше, чем ваш? Нет, он просто крупнее. У тебя нижняя часть рта крупнее. Крупнее, да? То есть нижняя у меня он поменьше, у тебя крупнее. Но это ничего. То есть, понимаешь, как люди разные, так и шимпанзе разные. То есть вот у тебя, ну, шимпанзе такой, что очень хорошо смотрит. А такие бывают? Бывают, да-да-да. Единственное, я бы тебе, знаешь, что предложила? Вот здесь вот у тебя, где рот уходит, посмотри, немножечко вот так сюда, как будто бы, ну, немножечко в шею переходит. Чуть-чуть, да? Потому что у тебя раз, заканчивается, и рука. Немножечко вот сюда выведи, чтобы чуть-чуть как будто в шею переходит, ладно? Я меняю водичку. Если кто-то не успевает сейчас, то остановитесь. И продолжите со мной с голубым. Вы сможете потом остальное продолжить самостоятельно. Окей? Итак, сейчас мы добавляем с вами зеленый. То есть я беру... Ну, давайте голубой, а потом зеленый. Я беру синий. Посмотрите, синий. И делаю еще голубой рядышком. Синий и голубой. Вот я добавляю, например, сюда голубой. Хоп! Штрих голубой. Сюда добавляю голубой. Вот это бакенбарды, знаете, которая? Низ бакенбарды синий. Опять все мазками, мазочки, мазочки, то есть как бы штришочками такими, да? Конечно, синий надо будет и сюда добавить.
и голубого сейчас. Я добавляю в промежутки, который белый. Я поверх стараюсь не добавлять, то есть не поверх цвета, который у меня уже нанесен, я стараюсь не добавлять. Конечно, он немножко может пересекаться, но я добавляю это в свободном пространстве, да? Синий вот сюда. Давайте синий. Вот тут синий. Так, вот тут вот у меня синий. Здесь чуть-чуть синий. Так, рядом с голубым живет синий. То есть, смотрите, я голубой положила, синий. И вот краешек самый тоже я кладу рядом с голубым, синий. Посмотрите, у меня голубой и рядом еще синий. В нос, опа, синий положила. Сюда раз синий положила. В носик. Сюда раз синий положила. Раз точечку синюю. Ну, давайте голубую кинем. Оп, голубая точечка тоже. По чуть-чуть, везде по чуть-чуть, да? Именно палочка, ну, как бы штришочек, штришочек, штришочек. Камил, старайся не тонировать полностью, а положила сюда мазок, сюда мазочек, туда мазочек. То есть именно такое касание, да? Касание. Ну, и зеленый, зеленый. Я делаю зеленый. Ну, делаем зеленый. Зеленый сюда. Зеленый для края. У меня зеленый для края. Сюда зеленый штришочек положу. Зеленый у меня будет жить. Плотный зеленый. Вот здесь вот. На бакенбардах. Вот тут у меня еще белое осталось. За ушком положу зеленый. Плотный зеленый. Вот тут. Вот мы положим. У меня тут еще на руке остался место. Положим зеленый. За плотный темный зеленый, плотный темный зеленый. Вот сюда положу. За ушко. Светлый, посветлее, побольше желтого добавляю. То есть немножко играю с цветом перед бакенбардой. Вот тут вот. Сюда. Знаете, у нас нет еще фиолетового. С фиолетовым. Сюда зеленый, сюда. Так. Что у нас? Фиолетовый положим? Как делать фиолетовый? Кто мне напомнит? Красный и голубой. Да, Аина еще не отвечала. Красный и голубой. Значит, фиолетовый, будьте осторожны, это сложный цвет, если он у вас получается, ну, такой грязноватый немножко. Если у кого-то есть из тюбика, вот у Элины я видела прям перламутровый такой из тюбика, можно взять из тюбика. Если нет, не критично, можно сделать самим. Я сделаю сама. Красный и голубой. У меня хороший пигмент. Если есть из тюбика, возьмите из тюбика. Если нет, сделайте сами. Я добавляю вот сюда в край фиолетовый вот рядом с ушком. На край листа. Фиолетовый я хочу добавить еще немножечко в глазки вот здесь вот. Ну, не в глазки, а, знаете, вот тут пару мазочков хочется. Скулу подчеркну немножко, я потеряла. То есть мы фиолетовым можем добавить, если у вас потерялся образ, да, потерялся. Чувствуете, вот тут фиолетовый я добавлю. Чувствуете, чуть-чуть образ потерялся, может, контур потерялся. Не очень хорошо видно контур. Фиолетовый можно дополнить, да. Вот тут фиолетовый положу. Фиолетовый в этом поможет.
Так, ну куда еще? Вот тут фиолетовый, хоп, а мазок фиолетовый. Раз, мазок фиолетовый, да, мазочками так. Вот тут давайте положу рядом с синим бакенбард. Край давайте вот так вот тык-тык сделаю фиолетовый. Кушку сюда приложу. Сюда фиолетовый. Ну пусть сюда будет. Ну, как-то примерно так. Как-то примерно так. У нас ровно сейчас 7 часов. Я готова посмотреть, как у кого выглядит работа, чтобы подсказать какие-то детали. Да, то есть, если что-то где-то не хватает, я подскажу. То есть, у нас работа такая в абстрактном стиле. Если что-то вы не закончили, ничего, давайте посмотрим ваши работы. Я подскажу, где что усилить. Так, смотрим, Аиночка, да, давай посмотрим. Угу, секундочку, секунду. Да. Аин, ты можешь прям взять черную красочку, тоненькую кисточку, только если высохло, только если высохло. Вот тут смотри. Добавить, вот посмотри. Вот тут раз бровь подчеркнуть, раз сюда поворот черным подчеркнуть, да, и потерялась немножко. Раз вот здесь вот подчеркнуть мордочку, да. Тут можно немножечко подчеркнуть, то есть чуть-чуть подчеркнуть какие-то сильные, ну, красивые стороны. Раз вот тут можно подчеркнуть, чуть-чуть, да, то есть я сейчас накидываю, где можно тебе чуть усилить, да. Так, давайте посмотрим еще. Ева, отлично, очень хорошо. Ну, ну ярко, да. Ев, ничего не меняй. Я бы, может быть, только плечо. Вот я немножко плечо потеряла. Можешь черненьким добавить, да, потому что плечо немножко потерялось. Вот здесь черным чуть-чуть подчеркнуть. Так, секундочку, смотрим, Илин. Илин, у тебя такая получилась абстракция, тебе поэтому нужен контур. Посмотри, вот этот контур черным, да, вот так раз, сюда. И выходит сюда, то есть где переносится, чтобы появилось, да, то есть ты можешь добавить это тоненько-тоненько черным контуром, вот так переносится, да, тоненько, то есть ты тоненько, как бы, помнишь, мы абстракцию рисовали, и в абстракции находили контур и дорисовывали, вот тебе нужно в этом дорисовать. Ева ничего не дорисовывает, Ева оставляет, ничего, да, все, хорошо плечо сделала, отлично, ярко, отлично. Я рисую полоски черные, мне просто так хочется дорисовать. Здесь в оригинале есть. Так, вот для красоты. Кто хочет, может дорисовывать или можете оставить как есть, да? То есть, если хотите, можете такой узор придать. Если нет, можете оставить как есть. Но там есть в оригинале, я поэтому нарисовала. Так, смотрим. Альданочка ближе, секунду, ближе, ближе. Да, Альдан, очень-очень хорошо, тебе тоже надо контур, да, вот-вот посмотри, вот это, смотри, Альдан, раз сюда, раз, контур, то и чуть-чуть ноздри подчеркнуть, где был карандаш, тоненько-тоненько, или только если высохло, если не высохло, то не надо, окей, только если высохло, тоненько-тоненько, угу, угу. Да, носик, вот эту переносицу хочется, переносицу, да, носик и переносицу. Элин, давай посмотрим. Да, сиди, вот, хорошо, то же самое здесь, Элин, посмотри, вот у тебя идет темное от глаза, вот тут вот. И переносица, да, то есть вот эту переносицу хочется добавить. Так, значит, сейчас еще минутку ждем и будем фотографироваться. One minute and we will do photo. No, we are doing with 1 second. It's running, do you see? Aldan, it's running. Dry it a little bit. Running, white, it's running. Yeah? Little bit dry. Да, вот, вот. Или, видишь, появилась переносица. Отлично. Mm-hmm. Okay. We are ready to do the photo. Yeah. Ох, какая шимпанзе хорошая. Ой, Мили. Отлично. Супер. Да. Please up your works. This is what special style. Color is more important for today. Color was the important part. Please up your works. Up your works. Drawing is not important. Coloring is important.
Okay, and I will do the picture.